И всем привет-привет, друзья, с вами Saint Sam. Мы наконец-то впервые посмотрим на новые дополнения для Star Wars Battlefront по названием «Звезда Смерти». Это вам не... Ого, так, нужен тяжелый бластер нам сейчас. Давайте возьмем DLT для получения новых пушечек. Так, и что, поехали. Боевая станция, диверсия, имперская блокада. Ну, не знаю, друзья, выглядит, конечно, все очень круто. Пропускаем. Ага, мы будем сейчас летать на самолетиках. Окей. Что сделать-то нужно? Что сделать-то нужно? Нужно быстренько разобраться. Так, хорошо. Нужно сбить звездный разрушитель сначала. Что нужно сделать? Нужно атаковать. Вот, нам показываются какие-то точки, куда нужно вломить. Окей, блин, ну, конечно, все выглядит очень-очень-очень красиво. Все-таки это вам не... Так, ой-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 
Так, ракета, 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 ракета. Увернулись, увернулись, увернулись. Хорошо. А что мы должны атаковать? Мы должны просто атаковать? А, подождите. Не очень понял. Истребители восстанавливаются. Блин, взорвал меня товарищ. Я искренне сейчас, друзья, не въехал. А что, по какому месту мы стреляем? Потому что глобально помечалась точка в космосе. Просто должны вломиться всей дури или как? Имперские сид-истребители, отвлеките огонь на себя. Так, мы должны сейчас взорвать истребители. Хорошо. Где они? Вон они. Вон они. Летают, летают, летают. Наши бомбардировщики повредили главный корабль. Отлично. Он уязвим. Бейте его. Слушайте, здесь так много всякой мелочи летает. О! Так, это игрок, это игрок, это игрок. Так, игрок готов. А что за новая пометка такая вокруг? Опа, 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 опа. Сволочь. Как много-то здесь игроков, а, друзья? Просто охренеть. Все взорвали меня, блин. Вот не нравится мне этот сумбур в этом режиме, серьезно, просто вот как-то, не знаю, управление, вот из-за чего я, как вам раньше говорил, расстроен, я это из-за того, что из кабины управлять просто невозможно стало. По умолчанию, когда первая только бетка вышла, я из кабины отлично летал, сейчас из кабины управлять просто невыносимо неудобно, ужасно. Что они сделали с игрой, я не знаю, но так. Но сейчас еще и летать, и с третьего лица мне тоже некомфортно на самом деле. Что интересно дает этот новая плюшечка так? Так. Что за новый такой указатель? А-а-а! Есть, сбил его. Так, где еще кто? Игрок, бот. Бот. Готов. Перегрев может так отображать теперь по-новому просто. Судя по всему, так и есть. Друзья. Оба-оба-оба. Игрок. Звездный разрушитель получил прямое попадание. Добьем же его. Да, но теперь есть в этом большой-большой смысл. Можно реально... Блин, взорвали меня. Можно реально полутать вокруг астероидов и так далее. Это реально круто. Попробуем на крыльях немножко полетать. Так, что у нас тут теперь? Атаковать... О, можно атаковать теперь главный этот, главный мостик. Собственно, если мы сбили. Пил-пил-пил-пил-пил, готов. Охренеть, почти накрыли. Сразу залп у меня. Ай-яй-яй, игрок. Да. Ну ладно. Так, истребители восстанавливаются. У нас 2 минуты до чего? До минуты, 2 минуты до какого-то события. Уничтожьте имперские истребители. Где? И они как бы... Ну ладно, так, я вижу, вон тут летает точный игрок. Хотя... Да, космос получился, конечно, очень-очень классным. А, сид-перехватчик просто. Так, ну мы как-то быстренько достаточно забили эти... истребители сверху, они очень быстро пропали в качестве... Опа-опа-опа, перейдем на перехват. Выйдет, выйдет, вот он вышел, готов. Только не я его взорвал, но тем не менее круто было. Так, давайте-ка лупить уже, наверное, по зданию. Ну, не по зданию, а по этому, по точке. Вот так вот нужно делать, да.
У него ускорение, блин, я забыл, у него не щит уже. А может я и что-то подзабыл? Мне казалось, что у него щит, а не ускорение. Есть! Есть, взорвали. Так. Теперь мы, получается, высаживаемся. И пешочком уже будем ножками-ножками. Вот это здорово, друзья. Вот это вторая фаза, она, блин, крутая. Обалдеть, побежали, побежали. Слушайте, вот все, кто вайнил по поводу того, что нету высадки на станцию, все только что жестко... ладно. В общем, будут расстроены по поводу того, что были неправы. Но это здорово, здорово. Они добавили реально высадку, получается. Пускай в виде фаз, но тем не менее, это круто. Так. Мы должны куда-то пробраться, если 10 минут. Ого, какая красота. Обалдеть, друзья. Можно побегать по станции по Звезде Смерти. Это просто, блин, эпик крутой. Так, мы должны добраться до дроида. Блин, блин, какие эмоции, какие эмоции. Только что закончил уже играть в... Ой-ой-ой. Отлично. Кучу просто залпом накрыл. Ай, добил меня. Только что закончил играть, друзья, в Jedi Knight 2. И только там бегал практически по таким же... Ну, по Звезде Смерти я там не бегал, ладно, но по Разрушителю бегал. И здесь вот тоже те же... Прям очень круто. Те же текстурки... Ну, как, текстурки нет. Та же стилистика, скажем так, обалденно все выглядит. Попал. Отлично. Все, астромеханик с нами. Теперь выбирайтесь оттуда. Ай, перегрев. Не мог ни обратно откатить никак. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно убить, по-моему, хренален человек, на самом деле, из тяжелого бластера. И тогда я получу за это... Опа, опа, опа. Держим, держим, сопровождаем, сопровождаем. А куда ты едешь-то, дроид-то? Давай, давай, дроид. У нас есть Чубака, друзья, Чубака. Круто-то как. Так, ранг 61. И кучу людей нужно убить взрывчаткой. И Лю, и Хан здесь еще. Отличный Чубак и Хан. Все такое антуражное. Есть. Там джедай, хочу взять токен джедая, пожалуйста. Дайте добежать, дайте, ну дайте мне добежать. Ах ты сволочь, я надеялся, что просто дадут пробежать. Нет. Так, ладно, начинаем дальше. Что у нас? 20 к 7. 20 к 7? Круто. Точка эвакуации. Еще 7 минут. 7 минут, а мы только полпути протолкали. В принципе, это неплохо, потому что всего-то 10 минут давалось, так что... Главное протоптаться. Жестко перегрелись, надо отхилиться. Скайуокер! О, давай, Скайуокер, жги! Только не упади, чувак. Тут реально тяжело! Тут можно просто упасть запросто. Просто-запросто. Отлично. Так, дроида мы почти довели, друзья. Ага, агась, агась, агась. Мы обязаны доставить этого дроида в ангар. Так, жестко, жестко, помощь. Бах ты, собака. Все бегают сейчас жестко, с тяжелыми бластерами, потому что все хотят ТЛ-50, по-моему, этот новый пулемет автоматик. Я его просто обожал в лайоткасте. Просто его вот, очень хочу его посмотреть, как он будет здесь себя показывать. Так, ну попробуем долететь. А, тут запросто, конечно. Так, осталось буквально чуть-чуть. Но у них так есть боск сейчас, я смотрю. Это интересно, что он может.
Все, довели? Ух ты, круто. Отлично, что дальше? То есть довели, захватываем и улетаем. Все, ГГ или еще как? А вторая стадия будет? Третья, в смысле, это вторая была. Так, отлично. Теперь мы должны расстрелять именно. О, какая она большая. Ай, офигеть, просто. Обалдеть. Нереальный эпик. Просто за предел. Вау. Восторг. Ну, серьезно, вот. Офигеть, вот это эмоции. Я не привычу, друзья, это надо видеть вживую. Если вдруг вам кажется, что это не впечатляет, блин, попробуйте прикупить это дополнение. Я не говорю, что дополнение хорошее стало внезапно из-за этого. Возможно, он задолбает очень-очень быстро. Но выглядит все это просто невероятно круто. Запредельно круто. Да-д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 а. Выбор героя. А почему нельзя выбрать сокола? Красный 5 только? А что за красный 5 такой? Новый герой? И что он может? Сид, истребители подлетают. Прикройте наши истребители в жёлобе. Имперец спит. Так. Пока я не понимаю, что дает мне мой дроид. Серьезно? То есть у меня сейчас явно, что это какой-то персонаж, но... Помогите истребителям в жёлобе. Где, чё, как, куда? О, о, Вейдер! Вейдер летает! Мы потеряли наше звено в жёлобе. Придется атаковать снова. А, нет, это может не Вейдер, это может быть... А, нет, это, по-моему, стандартные новые просто кораблики. Я подумал, что это Вейдер летает. Ну, серьезно, блин, так, меня взорвали в итоге. Но как назначение пилотов? И что сделать? Сейчас у нас будет следующая, получается, итерация у нас новая. Окей. Мы должны будем прилететь по... Окей, мы должны атаковать. Контрольная точка. Вау, охренеть просто. Нужно полететь по жёлобу, друзья, а я сфейлил. Чёрт. Ладно. Потеряли пилотов, да? Или все-таки долетели? Долетели, да. А нет. Так, надо помочь нашим, надо помочь нашим, надо помочь нашим. Обалдеть, серьезно, друзья, как же голова-то кругом. Вау, это эпично, это нереально круто. Охренеть. Так, надо помочь нашим, как этим было бы, конечно, товарищам. О, тут, это вот Вейдер, да. Все-таки тогда был Вейдер, я его добил, да. Сиды уничтожили наши истребители в жёлобе. Придется атаковать снова. Блин, это так тяжело. Бейте по сиды истребителям и прикройте наше атакующее звено. Вау. Красный 3 на позиции. Падаю, падаю. У нас 6 минут всего осталось, а мы прошли меньше половины. Да, тут, конечно, проблемка. Так держать. Обалдеть. Сбиваем просто пачками, на самом деле. Реально, пачками сбиваем же.
Взорвался? Окей. Всем хп всего, друзья, всем хп и смерть. Блин, черт. Назначение пилотов, давайте-ка. Ведомый? А что это такое? А, то есть можно спауниться на нем. Ладно, не понимаю, в чем прикол. Так, будет ПТСМ будет атаковать, итак, поехали. Теряем жёлоб и атакуем. Остерегайтесь вышек. Пикс Дарклайтер прибыл на помощь. Так, пролетаем. Нет! Или да, или я попал. Я сделал это, друзья! Обалдеть! Вот это... Черт побери, просто безумие. Вах. Не знаю, я долетел, не я долетел. Просто вот, все, я последнюю точку чекпоинта беру, думаю, что падаю. Но тут же включается этот ролик. По-моему, я летел первым. Ну, то есть, больше никого не было. И я ее взорвал. Охренеть просто. Это... Запредельные эмоции, потрясающий режим, по крайней мере, пока. Не знаю, что будет дальше, как сейчас с балансом, я не успел понять, на самом деле, еще. Так, мне нужно бить еще. А почему не все показали мои эти достижалки? Так, окей. Ну что ж, друзья, продолжаем, сейчас мы будем дефиться жестко. Так, давайте-ка посмотрим, разблокируем контент, контракты хата. И мы сейчас выберем нашу. Вот, так. 75 врагов из тяжелого бластера. Да, да, 75 врагов нужны, это же просто долбануться. 20 врагов за имперского солдата. Вот сейчас мы должны забить 20 человек. Окей, поехали. А здесь у нас что? Мы сейчас... А, здесь просто деф, да? Просто атака, никаких... Угу, окей. Отлично, друзья, что я могу сказать. Вот это вот режим был крутым. Сейчас у нас просто обычная схватка. А что начало матча такое медленное? Опять что ли скосячили с балансом? Вы что, издеваетесь? Господи, неужели нельзя запустить что-то без косяков? Ладно, может быть это просто мне... Так, ну что, ломанулись. О, перестрелка пошла, пошла жара! Так, а куда бы можно было забраться? А туда можно забраться? А, нельзя. Что, опять перестрелки в узких коридорчиках? Ну, понятно, что Звезда Смерти, она не про большие поля сражений. Но, блин, как-то... Так, а давайте-ка возьмем тяжелый бластер другой. Бластеры вот этот вот у нас возьмем. Другие уже у нас тяжелых сейчас нету, правильно я понимаю? Ну да. Окей, поехали. Сзади? Нет, не сзади. Ладно. Где сейчас будут товарищи? Так, интересно, как работает сейчас бактобомба? Надо попробовать еще. Так, определенно там кто-то пытался заливать жестко, надо хилиться своим. Забил его, хорошо. Ай-яй-яй, снизу чувак подкимперивает себе тихонечко. Ну ладно, у нас пока два фрага только. Два фрага. Мало. Поехали.
4 фрага. 5 фрагов. Хорошо, зашли. Ай-яй-яй. А, этот мелкий говнопистолетик, интересно, нафига он ему нужен? Кстати, нам еще нужно разведчика выбрать. А, это уже нужно было сделать до начала матча. Хорошо. Может, я сейчас с ним и бегаю, не знаю. Свои. Офигеть, пока ничего не понять. Так, здесь если обойти, как ситуация у нас. Окей. Входим. О. Готов, красавец. Сзади? Судя по радару, сзади. Ну ладно. Наш, наш, наш. Все бегают с бластерами, все молодцы. Поэтому пока все это выглядит очень зрелищно. Отлично. Вот бактобомба. А, она добавила нам 25-30 хп наверх. Вот как она сейчас работает. Ну что ж. Я не знаю, сколько она до этого добавляла, но, по-моему, она добавляла больше, чем 30 хп. Не уверен. Так, нет. Не тут. Я все на продажу смотрю, друзья, ориентируюсь. Пытаюсь обойти их так сзади, чтобы не... Здесь должно быть много их. А там их и правда много. Нормально, все забрал. Так, 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 сзади, сзади, сзади. Ах, обошли. Помощь только дали. Так, у меня сейчас 7 фрагов. Ну что ж, окей. Заливается знатно, на самом деле. Я не на первом месте, но по поинтам я недалек. Хотя нет, 1600 далек, далек, ладно. Черт. Вот все еще этот маленький пистолетик такой топовый, что ли? Все еще бегают с бактобомбами. Опять? Опять? Серьезно? Ну, блин. Ну, блин. Я вижу очень много сбоев. И очень много бактобомб. Это все пока что, друзья, что я вижу. Вот опять бактобомба. Она работает не сразу. Это они молодцы сделали. То есть это поняли свой... Да, тут туда не зайдешь. Поняли свой дикий косяк в том, что бактобомба срабатывала сразу. Сейчас она не такая имбовая. Это прям должно ощущаться. То есть хотя бы по самой идее. Но все еще ей все пользуются. Черт, я думаю, я его... У них тяжелые потери. И тут скоро закончится. Даю. Да, с тяжелым бастером это будет тяжеловато. Но, в принципе, мы команду с противников толковываем, прогибаем просто жестко. Самому... О, кто-то уже кто-то открыл себе эту штуку, серьезно? Здесь, а здесь что? А, вон, вижу дорожку. Так, сейчас поджигая ствол бластера, мы как бы даем ему просто набор зарядов, а не как раньше. Я вообще раньше считал, что мы... И даже с обережением графика. Отлично. Ха-ха-ха, нарвался на русскую гранатку. Так, 10 человек я забил. 10 человек у нас, товарищ на первом месте, 11. А, у него так много поинтов, потому что он бактобомбами, видимо, раскидывался, что... Что есть мочь. По сути, это у нас по поинтам нет отставания. А вот по очкам, за счет того, что мы не кидали всякие штуки, то да. Ну и ладно. Так, друзья, давайте-ка глянем, что у нас еще ждет. Я до сих пор под большим-большим впечатлением от Звезды Смерти. Блин, не знаю, хочу еще попробовать. Это будем в следующих сериях делать. Если зайдет, можем собраться и сыграть все вместе. Ну, вот это дело, то есть строить густодителей. Но пока, друзья, не обещаю ничего, чтобы никто ничего не делался, потому что тут опять-таки непонятно, как она будет себя дальше показывать, интересно или нет. И и нас сейчас достаточно много, смогу ли я уместить количество желающих в одну партию? То есть, такой вопрос еще. Так, ну что у нас, друзья? Эскадрилья сейчас у нас будет. Чистая эскадрилья, одна сама по себе, без всяких. Хорошо, поверхность Звезды Смерти. Ну что ж, поехали, попадаемся здесь. Мы за... Вот смотрите, опять начало матч через задницу. Почему такое долгое? Очень долгое начало матча. Охренеть просто. Да, и еще надо узнать, погуглить, наверное, что ли. Кто знает, может быть, подскажите мне, пожалуйста, что у красного 5 делает дроид. Вот у него есть ракетка, щит, ну, то есть стандартный, совершенно X-крыл, это круто, но... Что делает у него дроид? Вот он сидит у него, получается, за пазухой и что-то там может делать при активации.
Может быть, тут увеличивать точность там, либо еще что-то, на что он может влиять, не знаю. Но подскажите, если знаете. Это ненормально, такое долгое время. Это неправильно, по-моему. Опять косикнули. Бах. Хочу сейчас за Империю сыграть. Ну, хотелось бы, конечно, уже сыграем за Крестокрылым. На этом можно заканчивать. Это все три режима доступны сейчас за смерти, по сути. Враг приближается. О, так, и... Тесно. А это вот для прикола или их можно реально взорвать? Нет, судя по всему, это для прикола. То есть они как бы не... Да, смотрите, какое офигенное ощущение, когда... А что там за... Такой... За такая иконка, вот... Вот что это? А, охренеть, серьезно? Отлично! Разнесем их в пух и прах! Не расслабляться! Ага. Прикольно. Это боты, но тем не менее, очень новые кораблики добавились. Это здорово. Ай! Блин, игрок. Быстро, как он меня срезал. Что-то очень быстро. Ну ладно. Так, а Инги мне не очень нравится. Мне Крестокрыло больше по душе пока. Ну, так. Героя бы надыбать. Ну, о. Сколько это? Это Б-Винги, друзья. Если не ошибаюсь. Б-Винг называется. Бомбардировщик вообще? Что-то среднее между бомбардировщиком и истребителем. Так, вот. Персонаж. Есть. Это бот. А вот это персонаж. Они за тобой. У-ху! Красота. Так, у нас второе место. А на первом месте у нас... Нет, вообще, я думал, у нас герой там будет на первом месте, но нет. Подбил. Да, на Звездой Смерти сражаться совершенно другие эмоции у нас. Лично меня вызывает. Надеюсь, друзья, вам тоже прет, потому что это все нереально круто. Так учится, что сейчас в этот режим играют люди, которые как бы вот до этого в него не играли, как и я. И сейчас просто зашли... Ну, как бы нажали кнопочку «Звезда смерти» и их сюда забросило. То есть они не умеют летать. Вот я сейчас вижу прямо, что играют люди, не которые фанят по этому режиму эскадрильи. Потому что когда заходишь в него осознанно, там просто, ну, адский трэш происходит. Тебя просто прогибают, как только это вообще возможно. Если честь, нет, они так достаточно простенько летают. Их достаточно просто сбивать. А, так. Давай, 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 есть. Опа. Ой! Так не надо делать. А я управлять им не могу в этом состоянии, получается. И в итоге бам. Окей. Ну, смотрите, 155, то есть, опять, баланс этот просто никакого. Я не знаю, на самом деле, может быть, сейчас он есть, не буду точно утверждать. Но мы прогибаем, вы сами видите, с каким диким счетом. Может, она попалась пустолковая? Это не пойми, на самом деле, но... А, интересно, что значит... А, то есть, это то, как долго я могу локать цель, или что это за новый трекер такой? Ну, наверное, да. Серьезно, у меня есть четкое ощущение такое, что вот мы... У нас автоприцел работает немножко лучше, чем раньше работал. Может, я выдумываю, но не играл все-таки, но... Ощущение, тем не менее, есть. Кстати, и ботов добавили разного типа. Раньше понятно, что если игрок летает на вот этом вот сид-перехватчике, то это значит игрок. То есть можно было выцеливать. Сейчас это разные. И боты есть, и игроки. Так что тут уже нельзя просто сказать по одному только типу корабля, кто это. Ну, только по нику можно сказать. 22 у меня поинта. Окей. Вот игрок. Отлично. Есть. Как красиво, как схлопнулся. Нет, это игрок по мне лупит. Четко прям понимаю, нужно делать разворот.
попал. Починиться бы где-нибудь бы сейчас. Разворот. А, все сбили. Ну, неплохой счет. 257-100. Блин, серьезно, что ли? Так, 26 к 3. 26 к 3. А у них по счету, посмотрите, у них по счету 3, 7, 8. Ну, типа, понятно, просто не в балансе пока дело, а дело в игроках. Ну, то есть, просто люди попались, которые вообще не умеют играть. Да. Ай, какое ощущение классное, когда залетаешь по этому желобу, летишь. А, просто эпик. Епик! Так. Соп. Отлично. Ха-ха-ха, чё это он сбил? Упал-то вообще, это ж не я. То есть, как бы, я вот только подранил вроде бы. Окей. Так, это игрок, вот я вижу игрока, я не дам ему уйти. Есть. Отлично. Ну что ж, друзья, мы отзажигали просто на ура. Так, надо как-то нам развернуться, что ли, вот так. И догнать этого игрока, он там вместе. Мобстер. Еп! Оу! Выжил, 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 выжил. Где ты? Вот ты. Не уйдешь. Похила рядом нигде нету? Вот есть, но он там далеко, как слушается. А где ты? Как почувствовал, что он... Так, нет, не здесь. Ну, давайте пролетаемся, возьмем нас, оно. Так, блин. Они как будто вну... Я даже не очень понимаю... А, вот они где. О. Отлично. Это все медленно надо делать. Ну, возможно, нужно учиться и сделать это быстро, но... Это надо быть очень крутым летчиком. Пилотом. Летчиком-пилотом. Так, ну что, взрываем до последнего. Тут осталась-то фигня какая. Как будто вейдер какой-то, серьезно. Не улетешь, не уйдешь, чувак. Бах, все. Последний фраг мой, кстати, был. 34, больше всех фрагов набил я, поинтов почему-то меньше. Я не понимаю, как тут лишние поинты могут капать. Ну, как-то могут капать. Вот. И, по-моему, неплохо. Ну что ж, друзья, на этом мы можем смело завершать первый взгляд на это дополнение. Я потом еще обязательно сниму чистый режим борьбы со Звездными Войнами. Хотя борьбы со Звездными Войнами звучит очень глупо. Попытки взорвать Звезду Смерти в режиме чистой атаки на Звезду Смерти. Вот, а на этом, друзья, все. Если понравилось, если хотите больше, больше Battlefront, лайкайте это видео. А также подписывайтесь на мой канал, я буду знать, что вам интересно, и вы ждете продолжения. И обязательно его сделаю. А на этом все, друзья. Я с вами прощаюсь, мы скоро услышимся. Всем пока.